Друзья, вопрос. Так, мне 45 лет, беспокоит аденомиоз, анемия, лишний вес и гепатит Б. Как спасти свое женское здоровье? Но последний вопрос, он какой-то нелогичный. А при чем тут женское здоровье? Самое опасное, что у вас сейчас, это анемия. Это вот возьмите себя вот так вот за шею и не давайте себе вдохнуть. Вот так себя чувствует абсолютно каждая клетка. В том числе клетка печени, которая находится под ударом, потому что у вас лишний вес. Лишним весом вы провоцируете печень. Вы делаете так, что она работает с нагрузкой. Если там еще нет жирового гепатоза, а если есть жировой гепатоз, это значит, что она говорит, ну все, извините, умывая руки, я не могу работать в такой ситуации. Понимаете? Вот, при этом, при всем, есть еще вирусный гепатит Б. И вам нужно, вот давайте так, последовательность программ. Первое, что нужно сделать, это ликвидировать анемию и дотащить уровень запаса по железу, это ферритин, ну хотя бы до 30 или немножечко выше. Второе, чем мы занимаемся, мы каждый день быстрее строим печень, чем ее убивает вирусный гепатит Б. Это ваша личная ответственность. За вас это никто не сделает. Вы это должны делать каждый день, потому что печень на вас работает каждый день. Вот. И стройнеть, но медленно, выверенно, без придурочных действий. Потому что есть женщины с таким букетом, которые идут там на голод, на сыроедение, на, боже, на что они только не идут. В вашем случае это, ну, как бы так нельзя. И последнее в приоритете – это аденомиоз. Ну, как бы не жизненно важно. Но я понимаю, что, скорее всего, у вас есть жалобы, но все-таки, смотрите, когда вы приходите в систему старости нет, что такое система старости нет? Это мое видение здоровья и как его поступенчато отреставрировать. Запакованная в виде системы, когда я к вам обращаюсь пятиминутным видео, пятиминутным каждый день. Вы сначала проснулись, меня прослушали, а потом уже идете там в туалет пить воду, или сначала попили воду в туалет, а потом меня прослушали, да? Вот. И день уже в плане здоровья у вас идет более осознанным, потому что мы разбираем очень глубоко большое количество вопросов. И есть чат поддержки, где такие же девочки, мальчики, как вы, задают вопросы, получают результат. У них что-то получается, у них что-то не получается. Но вот этот постоянный такой процесс. Ссылка на эту систему внизу, внизу. А просто присоединяйтесь, потому что невозможно одномоментно решить все. Но мы можем слона съесть по кусочку и реставрировать свое здоровье тоже. Просто присоединяйтесь.